В роли лектора судья вместо аудитории – зал судебных заседаний. На необычном практическом занятии побывали учащиеся колледжей Казанского инновационного университета имени Тимирясова. Будущие юристы из Чистополя, Казани и Нижнекамска стали участниками конкурса профессионального мастерства, который состоялся в Чистопольском городском суде. Основной целью проведения конкурсов профессионального мастерства является закрепление студентами теоретических навыков, полученных в процессе обучения, а здесь они уже приходят на базы практики и соревнуются. Практика использования данной формы в этом году у нас впервые. Конкурсные испытания состояли из трех этапов. Ребятам было необходимо выполнить теоретическое задание в виде теста. Среди практических – подшивка гражданского дела и игра судебное разбирательство. Последние задания студенты выполняли по подготовленному домашнему сценарию разбирательства дела о подтверждении трудового стажа. Как отметили члены жюри, ребята справлялись с заданиями хорошо. И эти навыки, безусловно, пригодятся будущим юристам в работе. Поэтому подобному сотрудничеству в городском суде только рады. Судьи и сотрудники аппарата суда регулярно проводят встречи со школьниками, на которых обсуждаются вопросы, касающиеся правосудия в целом, а также непосредственно работы суда. В здании организуются и проводятся экскурсии для учащихся старших классов. По итогам соревнований профмастерства больше всего баллов набрали чистопольские студенты. Дипломы разных степеней, как лучшие специалисты в области права, получили все участники конкурса.